Приветствую вас, наши дорогие зрители. Сегодня у нас немножко необычная будет распаковочка. Вы уже видите приборчик, который у меня здесь стоит. И здесь у нас опаньки. Кстати, смотрите, посылочку оценили в $7 и в 400 грамм. Здесь написано, что Action Camera Sport DV и аксессуары какие-то. Давайте вскроем эти аксессуары. Да, здесь я заказал вот такую вот штангу, или как ее назвать, не знаю, крепление для GoPro или Xiaomi. В общем, с одной стороны мы крепим какое-то крепление, с другой стороны камеру. И можно снимать свое лицо, например, если на каску прицепить, да, можно снимать свое лицо, либо можно, не знаю, ну, в общем, буду куда-то ее девать, как-то использовать. Она железная у нас. Я думаю, какой-то сплав алюминия или что-то такое. Вот. И второе, что у нас здесь, это вот такие батареечки. Разноцветные батареечки компании Xiaomi. Так, кейсик открывается. Прикольно, кстати. Смотрите, здесь что-то написано у нас, всякие характеристики, я так понимаю. А, нет, характеристики я здесь не вижу. Ну, в общем, покупал я это на Gearbest'е. Вот такие цветные батарейки у нас. И вот эта штучка у нас для того, чтобы протестировать эти самые батарейки. Давайте возьмем фиолетовую. Кстати, на батареечках у нас что-то должно быть написано же. Так, что-то не фокусируется на батареечке. Вот такие данные. Батарейки формата 2А. И написано, что 1,5 вольта должно выдаваться. Давайте проверим, выдает ли эта батареечка 1,5 вольта. Да, выдает даже больше, как мы видим, 1,6. Но, может быть, это все проблема в цвете. Давайте возьмем оранжевый цвет. Оп, оп. И оранжевый выдает столько же. Ну, может быть, проблема у зеленой будет. И у зеленой тоже столько же. Прям одинаково везде. Синие. О, синие больше, чем у остальных. Так, ну, красная, мне кажется, в красной должно быть вообще больше всех. Нет, тоже 1,663. В общем, батареечки, я так понимаю, отличные. Буду ими пользоваться. В пульт пойдут, и в телевизор для пульта пойдут, и в пульт, который для управления всякими квадрокоптерами и всем остальным. Вот такая у нас сегодня, не знаю, небольшая будет распаковочка, потому что я даже не знаю, что еще рассказать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываем на наш канал, вступаем в нашу группу и до скорых встреч.